Вот костюмчик. Ну, болотные сапоги не стоит, по-моему, показывать. Вон они стоят тоже. А курочек куда? На крышу. Резиновый костюмчик под рукой, курочек, в случае чего, на крышу. Юрий Иванович к встрече с большой водой готов. В поселке Затон проживает с 63-го года. И что делать, в паводок знает, как отче наш. Мужчина до сих пор не может забыть масштабные подтопления 2014 года. У меня где-то 58 сантиметров в доме было. Так это было, считайте, 8 метров почти что. В доме было вот так. Почему не уезжаете? Вот каждый год, так скажем, одна и та же песня. А у вас есть такая возможность? С окошка видеть речку рядом, рыбачить, во, сел рядышком. У меня внуки приезжают. Одно удовольствие. Этот год, надеется Юрий Иванович, обойдется без глобальных подтоплений. Вместе с ним надеются и другие жители Затона. В огородах уж и выступила вода, а под таких подтоплений к домам еще нету. Но ожидается в этом году, как вы думаете? Ну, мы надеемся, что нас не затопит. Все пройдет мимо. А между тем, в Затоне продолжает действовать режим повышенной готовности. Уровень воды уже достиг отметки в 542 сантиметра. До критической остается всего 18. На сегодняшний день частично подтоплено 12 приусадебных участков на улице Пароходной и переулку Перевозному. Проводится постоянный мониторинг уровня воды, информация до жителей доводится оперативно. Совместно со спасателями организованы обходы тех участков улиц, которые в первую очередь подвержены подтоплению. Напомним, ранее в микрорайоне закрыли объездную дорогу на остров Шубинский, уточнили списки проживающих, подготовили пункт временного размещения в школе номер один и отсыпали дамбу. За ситуацией следят в круглосуточном режиме. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.